Добрый день! В гардеробе каждой дамы 55+, должно находиться несколько платьев, даже если вы привыкли носить брюки. Платье можно надеть куда угодно – на утренник к внукам, на официальные мероприятия, в театр или на концерты, а также на свадебные или юбилейные торжества. Как говорят стилисты, после 55 начинается время платьев. И это абсолютно верно! Давайте же вместе разберемся в том, какие фасоны и модели подойдут женщинам после 55 лет, и определимся, какие платья мы будем покупать в следующем году. Чувствовать себя уверенно на любом мероприятии позволит выбор красивого платья с подходящим для фигуры фасоном. Одним из наиболее удачных вариантов для женщин с 55 лет считается трапециевидный силуэт. Он расширяется от груди и при этом хорошо скрывает излишний объем в области бедер и талии. Прямой силуэт также идеально подойдет для дам в 55 лет, независимо от их параметров и особенностей фигуры. Прямой крой скроет недостатки и позволит комфортно себя чувствовать, что очень важно. Футляр кроится строго по фигуре и подчеркивает все ее достоинства и недостатки. Особенность кроя традиционного платья-футляра заключена в длине до колена и отсутствии рукавов. При возрастных изменениях в области плеча лучше дополнять его нарядным жакетом или болеро. Платья-футляры с рукавами тоже встречаются в продаже. Платье-валон появилось в 50-х годах прошлого века и до сих пор остается очень популярным. Платье в виде балона неординарные и привлекательные, каждое из них уникально по-своему. Такое изделие украсит ваш силуэт, а своеобразный манжет внизу юбки внесет четкость и элегантность. Если правильно подобраны элементы гардероба, то такой фасон гармонично смотрится на женщинах любого возраста. Особенностью данного стиля является фактурность. В одежде приветствуется определенная длина. Обычно модели имеют длину макси или миди. Такие платья чаще всего шьют из натуральных тканей. Это могут быть варианты из хлопка, льна, батиста или денима. Также можно увидеть весьма необычные модели, выполненные из шерсти или трикотажа.
платье свободного кроя без талии, напоминающее мешок, появилось в 20-х годах прошлого столетия. Необыкновенное просторное платье-мешок создает особый стиль и подчеркивает исключительность каждой женщины. Такой непринужденный фасон позволяет носить платье-мешок в любое время и любую погоду. Это комфортный вариант, подходящий для путешествий, прогулок, пляжа и даже для деловых встреч. Маленькое черное платье или МЧП считается необходимым элементом женского гардероба. Его можно надеть на работу и на торжественное мероприятие, создавая различные образы с помощью аксессуаров. Стилисты всего мира сходятся на том, что маленькое черное платье должна иметь в своем гардеробе каждая женщина любого возраста. Очень женственное. Это платье впервые было представлено модному миру Ив Сен-Лораном в 1957 году, когда он возглавлял дом Кристиан Диор. Не сковывает движений, идеально маскирует все недостатки, если они есть. Такое платье красиво драпируется, если шьется из струящихся тканей, и имеет более графичный силуэт, если выполнено из плотного материала. Платье с запахом отлично подходит для маскировки лишних килограммов. Они смотрятся очень элегантно и женственно. Подходят как для особых случаев, таких как свадьбы, дни рождения, так и для прогулок и встреч с подругами. Удобная и универсальная вещь, которая подходит не только на лето, но и на другие времена года. Платья-рубашки моделируют силуэт, подчеркивают женственные формы и маскируют недостатки. Являются идеальным вариантом для женщин в возрасте за 55 лет, так как изготавливается исключительно из натуральных тканей. Конечно, этот наряд исключительно для вечера. Но то, что женщина за 55 будет чувствовать себя в нем комфортно и уверенно, это факт. Приобретите нарядное платье, а повод его надеть обязательно найдется. Носите то, что вам нравится. И будьте счастливы. Пока!